Друзья пчеловоды, привет! 30 марта сегодня, у нас карантин, одна мамка у нас работает на работе и дома. Потому что я госслужащая. В общем, пленку из-под крышек сказали убирать, потому что когда ставят мед нагревать и потом пробы берут, он тонет и грязь получается. Сейчас вот пришлось выдергивать все. Сдаем немножко медка, думали отопление доделать в доме, мы уж полу сделали, все думали запустим в этом году. Ну, посмотрим, получится, не получится. Завод у меня закрыли до 16 апреля, зарплату, правда, платят 67%. Но как на них прожить, на эти 60% 7? Я не знаю, у кого дети меньше 18 лет, тем платят 60%. Да, Руди, нам еще повезло, да? 67. Нам 67, у кого нету детей, его 60. В общем, погода у нас такая, ни зима, ни лето. А зима, думал. Думал, зима. Сейчас поедем дома, догрузимся еще, 3 тонны закинем и поедем сдавать. И потом поговорим про сдачу меда. Давай, толкай. Очень спасает нас детский труд. Ольге Гудовайте. Плодиться больше, работать потом меньше будет, надо. Она не хочет. Не-не, у нас как военное время, все на благо родине. Дети работают с 5 лет. Ох, да, 30 марта, снег пошел. А, Рудька, приготовились, Пасхи яйца навешали, да? Завтра куда мы поедем? Мёд сдавай. Да. Все, закрывай. Сейчас, подожди, включу насос. Давай, закрывай. Ну, как тебя учили-то? Нет. Подожди, у меня варежка упала. Все? Нет. Пальцы никуда только не засунь. Все, давай. С Румынии машинка стоит на разгрузке. И смотрите, Штефан на какой машине едет. Прикольно. Лангнезе мед.